В руках у каждого из участников форума увесистая папка с журналами, дисками и программой форума. Многие участники уже завсегдаты ежегодных дискуссий. Более сотни именитых гостей с комфортом разместили в лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь». Вопрос подготовки всегда для нас очень важен. Чтобы все было четко, чтобы были представлены многие муниципальные образования России, учебные заведения России. И требует это очень многих дел. Город-курорт Анапа гостеприимно принимает у себя участников форума не в первый раз. Очень горжусь тем, что российский форум именно работает и собирается на нашей анапской земле. Рады приветствовать участников форума. Нам тоже надо развивать местное самоуправление. Нам нужен опыт муниципальных образований России, опыт институтов, университетов, профессоров, которые работают в данном направлении. Исследователи, ученые, преподаватели крупнейших вузов страны, делегации органов местного самоуправления из регионов России обсуждают неоднозначную реформу. Самые эмоциональные споры ведутся вокруг 131-го федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Изменения в 131-й закон за эти годы вносились 93 федеральными законами и еще 2 постановлениями Конституционного суда Российской Федерации. То есть мы имеем 95 законодательных актов за несколько лет, не так уж на самом деле много лет существования 131-го закона. Форум продлится до 26 сентября. Трехдневная работа Всероссийской дискуссионной площадки очень насыщенная. Участники видят будущее системы самоуправления именно в эффективном взаимодействии с населением и представителями органов ТОС.